едем, короче. Опять же, теперь моя Калина эндура. Вот, сейчас максимально близко подъедем, где можно подъехать к долине Терскол. А дальше пойдем пешком. Так, в горах прохладно. Вот в таком месте красивом оставлю машину. Мой поход пеший отменяется. Ну что, друзья, на месте. Рюкзак использовал для того, чтобы упаковать сюда весь инструмент. Хорошее, кстати, решение. Сейчас распаковываюсь и сразу приступаем к установке самой рамы. Чтобы понимать, сколько нужно проводника, нужно ли здесь что-то подкапывать, ну и все такое. Рама — это три секции ног с углом, строго летним углом на 40 градусов. В программе компас я это все дело начертил, определил 40-градусный угол. Соответственно, все размеры из этого исходя. В горах уже существенно похолодало. Сейчас уже даже на вершине перевала появился снег. Поэтому нужно поставить и успеть до окончания сезона протестировать систему, ее работу, надежность и все остальное. На всех рамах я делал пометки. Первая нога, третья нога, вторая нога. Вторая. Сборка начинается с рейлингов. Также на рейлингах написано вверх-вниз. Все. Рейлинги, как я говорил, уже стандартные для облегчения крепежа в горах именно. В такой вот немного нестандартной обстановке есть. Теперь первую и третью. Я же говорю, видишь, просто я делал специально разборное, чтобы тебе было удобно потом это все в пакет собрать и припрятать. А тогда 24-вольтовая система нужна сразу, если 3 киловатта инвертор. Понимаете? На 12 вольт. А вы взяли на 12 вольт систему. А почему тогда это на 24 все приложило, это на 12? Что он на 24? Батареи? Нет, батареи там, они не будут, они не на 24, они вообще 100 с лишним вольт с них будет идти. Это не берите. Батареи там за счет преобразования через контроллер, он со 100 вольт понизит, будет 100 вольт, смотрите, грубо говоря. Это про солнечные я сейчас говорю. На солнечных будет 100 вольт, но войдет в контроллер 100, а выйдет 12. Все, панели собраны. Сейчас я собираю внутри аккумулятор-инвертор, чтобы получить 220 вольт, потому что надо просто запаяться здесь. Ну и так поработать инструментом, перфоратором для просверливания стены. Так что перемещаемся пока вовнутрь. Так, ставим плавки-предохранитель на инвертор и аккумуляторы. В инверторе в самом предохранителя нет, поэтому на всякий случай, там где вы применяете инвертора сибвольт, ставьте плавки предохранителя. Здесь на 160 ампер будет стоять. Панель солнечный, кабель пойдет под землей, здесь он вошел в помещение снизу, потом пойдет наверх и будет уже подвязываться на группу автоматики. Инвертор далеко не относим. Вот. Ставим его вот так боком, чтобы панель управления была видна людям. Не отсюда вот там заглядывать или из-под стенки, а вот с этого нормальное место можно было. Также, чтобы осуществлялась естественная циркуляция, располагаем его боком, а не вот так. Потому что вы видите, вентиляция здесь и выход здесь. Все, вот так ставим. Солнышко начинает заходить. Чистых тестов мы уже не добьемся, но все равно соберем и посмотрим, сколько будет в тени давать эти панели. Чтобы долго вам не показывать весь процесс, скажу, что процесс идет. Установлены аккумуляторы, подключен инвертор, контроллер заряда. Сейчас все развязываю по приходу.
от альтернативы энергии и по приходу от инвертора до автоматов и дальше уже на потребителей. Дело идет уже к закату, 6 часов, такой вот классный закат. 11 часов ночи, что-то мне захотелось чайку. Доброе утро всем, кто проснулся. У меня оно доброе, хотя уже холодно, но в этот раз я оделся уже по-зимнему. Чудная сегодня погода, поэтому сейчас мы дождемся солнышка, когда оно выйдет на эту поляну, и будем смотреть. Давайте сейчас снимем контрольные, так сказать, показания. Солнце у нас везде где-то ходит, но оно еще далеко от солнечных панелей. Время 7 часов. Контроллер проснулся, потихонечку подцепляет мощность, какие-то там 1 ватт, 0,1 ампер. Ну, в общем, ждем дальше. Если присмотреться, то вот сейчас видно, как на Эльбрус поднимается группа. Простите за дрожание. 9 часов утра. Долина уже освещается. Это место еще нет, но вот-вот выйдет солнце. Давайте сделаем контрольный замер. Сейчас уже 23 ватта, 1,7 ампер, 12,7 напряжение. Чтобы понимали, ну вот так, в тени, в общем, стоят еще панели. Солнце все основное вон там, а здесь еще пока что тень. То есть даже как-то что-то вот отраженное может идти со склонов, но пока этого не сильно достаточно. Ждем выхода солнца. Потихонечку появляется солнышко, прям даже не потихонечку, а так резко и заметно, как солнечное затмение. Все, пойдемте смотреть, какие сейчас будут параметры. Солнышко у нас сейчас падает вот так, искоса слегка, но тень, как вы видите, появляется прям такая четкая. Давай. Уточню сразу, время 8:20, и посмотрите, как на глазах растет мощность. По мере выхода солнца, вот прямо сейчас, на глазах. Я даже давайте немножечко зависну в таком положении. Вот так выходит солнце. И вот так растет мощность. Время 8:20, 8:30. Месяц, сентябрь, по-моему, 5 или 6 число сегодня. Смотрите, прям как на глазах растет мощность. Как счетчик. Напряжение, видите, рабочее солнечных панелей. 100, ну, 90-100 вольт скачет. Вот, МППТ начинает работать, перестраивает свой алгоритм. Друзья, ну давайте зафиксируем 170 ватт, 8:30, сентябрь. Причем, друзья, обращаю ваше внимание, смотрите, солнце падает ровно сбоку, прям вот ровно-ровно. И уже идет 150 ватт спокойно с такого угла. Напомню, здесь стоят карбоновые аккумуляторы 12 вольт 200 ампер часов. Их здесь два. Итого 12 вольт 400 ампер часов.
Сейчас я запрограммирую контроллер на рабочее напряжение этих аккумуляторов. Они не отличаются от напряжений гелевых аккумуляторов. Точно так же они не допускают кипячения. И поэтому там в четвертой стадии повышенным напряжением, как это можно запрограммировать для автомобильных аккумуляторов, здесь этой функции не должно быть. Соответственно, просто настраиваем по аналогии с гелем, выставляем рабочее напряжение, верхнего напряжения заряда, вольтаж поддержания устанавливаем. То есть можно применить гель, но я все-таки сделаю ручные настройки согласно маркировки на аккумуляторах. Тут есть такой режим, это номинальная емкость аккумуляторов. По умолчанию это 200 ампер, нужно ставить в нашем случае 400. И самое главное для данных аккумуляторов, так как часть нагрузки по 12-вольтовой системе и по освещению будет забираться через контроллер, мы ограничим нижний порог напряжения около 10,5 вольт. 10,5 вольт. Это нормальный разряд, который допускают эти аккумуляторы. Также здесь, как я уже говорил, есть такой момент, называется он напряжение выравнивающего заряда и напряжение ускоренного заряда. Эти параметры для данных аккумуляторов не актуальны, и поэтому мы ставим 0 дней интервал вот этого высокого кипячения, которое необходимо оставлять для обычных аккумуляторов, ну, автомобильных, с жидким электролитом. Для данных аккумуляторов этот режим, он не нужен, поэтому ставим 0 дней. И интервал, тем самым выполняться этот режим высокого напряжения для перемешивания электролита выполняться не будет. Контрольный замер, 9 часов, уже 238 ватт, 240 ватт. Если вдруг у вас возникнет вопрос все-таки, какие там настройки применять, или вы не сможете настроить контроллер для карбоновых аккумуляторов, то в контроллере Delta просто выберите тип аккумулятора гель. У него стоит по умолчанию там в настройке 14,2 вольта верхний порог напряжения и 13,6 режим поддержания аккумулятора. Все. И не мучитесь, и сам контроллер вполне нормально будет заряжать. Да, на аккумуляторах стоит 14,4 верхний порог, но диапазон широкий от 14,1 до 14,4. В горах еще тепло, я опять переоделся в летнее. Сейчас я пойду схожу на водопад Терскол, чтобы не сидеть здесь до 12, до часа и не ждать, да, когда можно будет снять номинальные показатели по приходу энергии. Поход туда наверх будет отдельным видео. Ну и люди, кто хочет посмотреть, будет фото и видео в моем инстаграме, ссылочка в профиле моего YouTube канала. Вот сейчас вы быстро переноситесь на 12 либо на час дня. Ну а я пошел. Хоп, друзья, все, вернулся я с долины и с водопада. Сейчас ровно час дня. Идемте смотреть выработку. Пока я ходил и развлекался, хозяева сделали ограждение вот такое. Просто здесь, поясню, ходят коровы. И, в общем, все ломают. Поэтому, чтобы не было казусов, поставили ограждение. В весенне-осенний период тень не будет доходить до солнечных панелей. Так, судя по напряжению и по выработке, солнечные панели дали хороший заряд аккумуляторам, и контроллер стал ограничивать ток. Поэтому давайте сейчас будем нагружать. Да. Есть у нас вот такая вот болгарочка. Вот, 1900 ватт. Включаю болгарочку. Плавный пуск. Раскачка. Видите, 400 ватт. Но при этом напряжение не просаживается. Из-за этого это еще не показатель выработки. Есть еще рубанок, киловатт 100. Давайте его попробуем. Так, болгарка стартанула. Теперь включаем фуганок. Рубанок, фуганок. Так. Вот. Друзья, вы видите? 650 ватт.
670. Почти 50 ампер зарядный ток. Что показал данный тест? Инвертор нормально тянет нагрузки. Солнечные панели вполне адекватно перекрывают всю эту потребность. Обратите внимание, что циркулярка без нагрузки и фуганок без нагрузки, они не берут свою мощность, они берут даже половинку, наверное. То есть как раз где-то там киловаттик они в сумме вытягивали. Но вы обратили внимание, напряжение на аккумуляторах даже не просаживалось ниже 13,6-13,7. То есть вполне нормально панели раскачались. И мне даже кажется, если бы чуть-чуть пригрузить, чтобы именно контроллер увидел просадку меньше, чем 13,6 вольт, то еще больше чуть-чуть бы раскачались панели. Но так я считаю вполне адекватно. 750 ватт минус 75 ватт на нагрев. Вот. А остальное просто погрешности угла. Чтобы человек имел расширенную гарантию на вот эти карбоновые аккумуляторы, все нагрузки должны подключаться с ограничением напряжения нижнего. В данном случае человек будет забирать 12-вольтовое напряжение для светодиодных лент внутри. Также для зарядок телефонов он разведет именно 12-вольтовую линию. Я запретил ему подключать напрямую к аккумуляторам все эти нагрузки. Мы подключили полностью все через контакты LOAD контроллера заряда. Выставил я нижнее напряжение 10,5 на аккумуляторах, и тогда выключится эта кнопка LOAD. И также в настройках выставил ручное управление нагрузкой именно на выход через контроллер. Это важный момент именно для гарантийных обязательств по вот этим карбоновым аккумуляторам. Все, теперь инвертор ограничивает напряжение аккумуляторов нижнее своими алгоритмами и выключит генерацию 220 вольт. А уже 12-вольтовое напряжение будет ограничивать контроллер заряда. Все. Собираюсь. Спасибо этому дому. Поедем к своему дому. В очередной раз не устану повторять. Используйте альтернативу там, где это нужно, можно и выгодно делать. Уже вчера люди растянули светодиодную ленту и просто наслаждались тем, что они не на каких-то тусклых там, еле-еле горящих от маленьких, знаете, такие, да, вот, солнечная панелька и маленький светодиодик. Там ночь настала, он включился. Не вот на этом вот сидят, а на нормальном, полноценном, порядка 7 ватт освещении в одной комнате, да. Оборудование работает. Сейчас человек начнет растягивать освещение. Уже бензогенератор будет включаться, не знаю, наверное, только в межсезонье, потому что всего этого ему хватит. Так что вот так, друзья. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк, дизлайк. У кого есть какие-то претензии, задавайте вопросы, в меру компетенции буду отвечать. Всем пока. Ну, а я собираюсь.